И опять же продолжаем The Brush 2019. Так, что я хотел бы еще сделать? Выбрать вот тело, поднять его до головы. И теперь вот эти все саптулы отключаем. Включаем только два вот этих саптула. И можно даже еще, как реклама заебала. Так, вот это все объединить. Вот это все. Делаем merge. Merge down. Окей. Теперь находим N руки. И руки поднимаем до тела. Теперь все это дело опять же merge down, чтобы вот это был цельный персонаж. Делаем всему вот этому гражданину. Так, я еще что хотел сделать. Так, вот здесь вот я хочу выгладить. Так, вот эти бутсы замаскировать. А вот здесь уже play. Потом опять же backface mask включен. И вот здесь вот попрокидать вот это вот. Ну, чтобы ноги были как ноги. Хочу, чтобы персонаж, словом, был с телом. Так, вот здесь вот тоже немножко уберем вот эти. Так, Ctrl-Z. Немножко уберем. Так, вот ключицу здесь вот. Вот так вот. Ну и немножко наметим как бы грудь. Она у подростка небольшая. Теперь что еще сделаем? Ну, в принципе, плечи меня устраивают. Сзади стилизована тоже вот эту часть. Чуть-чуть уменьшить. Тут мышц больших нету. В основном такая полнота детская. Так, тут еще немножко смягчаем. Выбираем C. Так, Ctrl-Z. Зад отключаем. И все это дело перекрашиваем в телесный цвет. Все, это будет Ctrl-Z. Это будет у нас вот такая вот заготовка персонажа. Так. Здесь сейчас все это дело свяжется. Так, живот вроде есть. Где-то что-то недокрашено. Давайте сразу все пройдем. Потому что потом на развертке все это дело будет очень плохо смотреться и уже будет не переделать. Так, теперь делаем дубликат. Первому вот этому персонажу давайте сделаем, включим сетку. Вот, если будем развертку делать по полигруппам, то будет разрезаться. Вот, можно оставить эти полигруппы, делаем Dynamesh. И вот ставим здесь group. И они останутся. Так, теперь делаем 400. Так, маску снимаем. Смотрим, что тут да как. Вот 43 тысячи. Получается полигонов. Ну ничего, так пацан держится. Вроде нормально. Вот 43 тысячи, наверное, и оставим. Так, теперь нужно все это дело подкрасить. Можно даже что еще сделать? Переключиться на кисточку стандарт. Выбрать какой-то, давайте, другой оттенок. Уменьшим интенсивность. И так, это много. Ctrl-Z. Не тут интенсивность, а интенсивность вот эту вот. И немножко где-то наложим тени. Вот так вот где-то за ушами, под скулами. Ну, чтобы он
На ухи можно наложить, на шею, на кисти рук. Так. Так. Ну, на пальце где-то тут вот. Так, вот такой получается персонаж. Сразу в тапках. Все нормально. Так, если сейчас попробовать спроецировать на него детали какие-то, смотрим, что получится. Projectile даст нам это какой-то эффект. Ну, в принципе, да. Значит, теперь руки немного выглаживаем. Повторяем. Так, C покраску головы. Вот тут этих деталей. Так, это есть. Ноги опять же корректируем. Вот эти голеня. Вот так вот. Ну, все нормально. Можно, конечно же, еще добавить ему, если это тело будет, какие-то детали. Вот именно тут. Задницу поднакидать ему. Так. Вот так как-то. Ну, а так, в принципе, персонаж готов. Тут где-то живот можно еще немножко дооформить. Ну, это уже можно будет и в ZBrush уже. Тело можно и в ZBrush, в Blender, пардонте, доработать. Так, вот эта часть мне точно не нужна. Вот так вот. И немножко ее докорректируем. Вот так вот. Так, здесь теперь чуть-чуть выглаживаем, где обувь, чтобы не было гадостей всяких. Ну и вот этого персонажа второго можно теперь delete. Удаляем. Оставляем теперь только вот этого персонажа. Так, брови. Кстати, давайте сразу добавим. Косяка я упорол. Надо было брови тоже добавить сразу, чтобы развертку сделать сразу с лицом, с бровями. Ну ничего, не проблема. Делаем merge down. Теперь вот персонаж будет с бровями, но мы ему сделаем что? Просто сделаем одну полигруппу. Все, пойдет. Не буду я их сейчас склеивать. Посмотрим при анимации, если они будут отставать в этом, в блендер. Просто привязку им сделаю и все. Так, что еще? Ну, давайте попробуем теперь развертку сделать, да? Заходим в The Plugin, находим UV Master, жмем Unwrap, Work on Clone. Итак, вот такой у нас персонаж. Теперь нужно что сделать? Вот сейчас стоит развертка, симметричная будет. Это нам не надо. Нужно нарисовать развертку. Вот теперь у нас синий цвет. Ставим X симметрию. Ну и попробуем, значит, шов провести вот здесь. Вот так вот. Так, Ctrl-Z. Почему? А вот появилась симметрия.
Так, сначала, наверное, мы руки отобьем. Вот тут, чтобы был шов, поставим. Так, вот, соединим его. Так, теперь сразу же разрежем по позвоночнику. Вот так вот. Здесь сейчас чуть-чуть дорисуем. Так, Ctrl-Z. Давайте вот так вот сделаем. Раз. Маску. И вот эту маску можно теперь закрасить, где нам надо. О, вот так будет лучше. Вот таким вот образом. Так, вот здесь, чтобы был шов. Теперь здесь нам шов спереди не надо. Маску снимаем. И шов нужен вот так вот по шее. Вот так вот. Теперь поднимаем. Вот так делаем за ухом. Вот так вот. И вот тут сделаем. Вот так. Так, теперь отобьем. Так, здесь не надо. Вот такая штука, да? И давайте наш шов вот здесь еще. Вот так вот. Проведем. А вот этот шов. Попробуем стереть. Вот так вот. Так. Есть такое дело. The plugin опять. Adaptive. Так, это идет здесь по руке. Здесь теперь вот так разрезаем. Доводим до низа. И здесь, наверное, вот так вот по низу ботинок. Вот сюда проводим. И вот здесь по внутренней части тоже делаем разрез. Вот так. Вот это классно. А как получится, не знаю. Так. Конечно, еще бы руки разрезать. Ну, давайте. Так. Вот эту часть. Вот здесь шов поставим. И все. Ну все. Так, теперь красным. Не, не красным. Давайте. Так. Вот это Erase. Кисточку побольше. И намажем лицо. Покажем, что лицо должно быть, ну, больше. Чуть-чуть увеличенное. Так, теперь что еще? Ну, пробуем развертку. Теперь жмем Unwrap. Ну и ждем. Итак, развертка прогналась. Теперь нужно посмотреть, как она выглядит. Нажимаем Flatten. Вот так ее развернуло. Вот ноги, вот это голова, затылок, это руки. Ну, ничего, нормально развернуло. Так. Ну, теперь он Flatten. И делаем копи. Нажимаем на персонажа. И за плагины нажимаем Past UV. Вставляем вот эту вот развертку. Ну, в смысле, цвет прикрепляем. Смотрим теперь текстуры Map.
Находим Крит, находим New from PolyPaint. Вот развертка вставлена. И этого персонажа можно теперь экспортировать на рабочий стол. Жмем. Так, где он тут у нас? Рабочий стол. Пацан. Сохраняем. Итак, первый персонаж есть. Также ему можно сделать normal map. UV map. Вот это посмотреть можно, удалить развертку. Morph UV посмотреть, как она выглядит. Вот она. Так, теперь что еще сделать? Normal map. Как делается? Повторяю. Так, это значит, заходим в геометрии. Вот так вот. Добавляем Ctrl-D персонажу девайдов. Переключаемся на тот девайд, который нам нужен. Ну, допустим, давайте добавим еще раз Ctrl-D. 787 тысяч. Опустимся на второе подразделение. Найдем Normal Map. И сделаем Crit Normal Map. Вот нормалия создалась. Клон MME, она появляется в текстурах. Правой кнопкой мыши нажимаем. И экспорт на рабочий стол под каким-нибудь другим названием, чтобы она не заменила именно ту развертку персонажа. Так, сохранить. Ну, вот такая штукенция. Так, флип. Можно делать это левый, боковой. Короче, по бокам, по-моему, это центральный. Ну, одной хватит вот этой. Так, теперь это же дело надо текстуру он отключить. Теперь выбираем вот этого персонажа, чтобы не путаться, можно теперь удалить. Что у нас здесь есть теперь? А есть у нас теперь рубаха. Есть у нас теперь рубаха. И вот эта штукенция. Вот их можно просто вместе объединить, чтобы две части не было. Делаем merge, merge down. Окей. Смотрим, что получилось. Где тут что да как. Через, так, это Ctrl-Z. Смотрим. Да что я на эту кнопку жму? Так, это дело мы тогда просто подправим. Раз она будет объединена, жмем C и просто закрашиваем так вот эту интенсивность побольше. Тенс, тенс, тенс. Вот так. Итак, вот рубаха. Мы теперь делаем ей тоже дубликат. Теперь все это дело мы спаиваем.
вот эти полигруппы именно делаем DynaMesh и посмотрим, насколько низко можно все это сделать. Вот 15 тысяч полигонов, да? Смотрим, в каком состоянии рубаха. Так. Пробуем сделать проецирование. Это Projectile. Отключаем вот этот Subtool. Так, что у нас тут? Ну вот получается вот такая рвань. Так, так, так. И почему-то еще не хочет сглаживаться. Ctrl-W. Так, это значит дело мы ликвидируем вот это вот. Delete. Окей. И будем делать вот этой штукенции дубликат. И попробуем заремешнуть это все дело. Сделаем заремеш. Смотрим сетку. Вроде бы пойдет. Так, вот эту часть отключаем. И теперь нужно спроецировать цвет. Projectile. Ну вот уже получше. И вот этому всему теперь делаем нижнему удалить, delete, окей, а этому делаем развертку. ZBrush. Так, здесь уже в принципе тоже можно ее развернуть. Каким образом? Сначала work on clone делаем, теперь attract вот этот. Делаем маску вот таким вот образом. Так. Ctrl-Alt. Ну, что-то в таком духе. Дорисовываем где-то. Вот так. Ну, а теперь раскрашиваем в синий цвет вот это все, вот эту полосу. Так. Теперь Ctrl-Alt где-то побольше, наверное, чтобы полоса была. Так. Ну и здесь Ctrl-Alt. Вот так. Чтоб развернуло хоть нормально. Так, маску снимаем. И погнали теперь. The плагины. Unwrap. Смотрим Flatten. Нормально развернула. Unwrap. Copy UVS. Нажимаем на майку.
Нажмем теперь за плагины. И теперь Past UV As. Вставляем UV-шку. Текстуры Map. Подгружаем развертку. И сохраняем экспорт. Пишем рубаха. Есть такое дело. Это тоже теперь отключаем. Теперь дело с кителем. Так, смотрим, где еще одна часть. Вот эту часть поднимаем вверх. Пробуем их объединить. Это делаем. Merge down опять. Окей. Теперь делаем всему этому делу дубликат. И нужно все это делать распаять. Переключаемся на верхнюю, нижнюю отключаем. Делаем геометрию. Здесь нам понадобится уже DynaMesh. Так, побольше сделаем. Вот так вот. И попробуем наложить теперь детали. Projectile. Смотрим, насколько к этой модели все это дело применилось. Чуть-чуть. Так, почему она у меня не выглаживает? Не понимаю. Ну, что-то, наверное, опять с ZBrush произошло. Так. Ctrl-Z. А ну-ка, зад, если включаем, она и задом никак. О. Так, ну ладно, в принципе, все это нормально. Что-то можно в ZBrush, в Blender подрисовать, не проблема. Это там же выгладить можно будет, где-то что-то, дырки увеличить. Так, нижний тогда delete. Так, наверное, я вот это с ремнем все объединю. Точно. Окей. Окей. Вот, вот эта часть будет с ремнем. Это головной убор. Ну, в принципе, тут все нормально. Осталось вот тут эту только китель. The плагины. Здесь уже не буду показывать, где разрезать. Ну, в принципе, можно. Ладно. Work on clone. Track. Ну, вот пусть тут и разрежет. Так, что там снизу? Чтобы все зацепило. Так. Так, а если красным поставить, где не разворачивать? Вот эту часть. Так, снимаем маску. И вот эту часть покажу, не разворачивать. Вот так. Итак, прогон закончился. The плагины. Flatten смотрим. О, вы видите, пояс отдельно, эта часть отдельно. Все прикольно развернуло. Теперь unwrap. Копии делаем
подставляем цвет, и теперь за плагины Past UV. Так, теперь, чтобы не запутаться, New from PolyPaint, и экспортируем все это дело. Экспорт на рабочий стол. Это фуфайка, напишем. Теперь остался вот волос с повязкой и штаны. Давайте теперь штаны сделаем. Так, нет, давайте сначала вот этот мешок найдем, где он находится. Так. Нет, давайте, наверное, все-таки штаны. Штаны мы теперь объединим с веревками. Вот с этими. Делаем merge down. Окей. И вот этому всему сделаем развертку. Так. Делаем этому всему делу дубликат. Нижний отключаем опять же. Теперь делаем всему этому Dynamesh. Почему я делаю Dynamesh? Потому что ZRMesh кости бывают иногда не принимают. Вот такая штукенция. Так, ну 10 тысяч хватит пока. И теперь делаем проекцию. Projectile. Отключаем, смотрим, как что тут выглядит. В принципе, пойдет. Нижний теперь вот этот delete, окей. Верхнему теперь нужно отключить вот эти. Так, отключились девайды. Ну и делаем the plugin, делаем UV Master. Теперь опять же work on clone, enable control paint. Вот за что я говорил, что когда вы делаете вот веревки, детали, при понижении именно полигонажа, все это дело бывает, исчезает. Так, теперь все это дело красим, показываем, где сделать именно развертку. Так, тут все вроде покрасилось. Вот так вот. Ну а теперь опять же за плагины и делаем unwrap. Смотрим, какая получилась развертка. О, пойдет. И теперь копии UVS, штанишки, the plugin, и теперь делаем past UVS. Включаем опять же текстуры map, create from polypaint, вставляем и экспортируем штаны. Рабочий стол, пишем штаны. Итак, после разверток теперь импортируем все в Blender. Находим все вот эти развертки. Так, глаза. Импорт. Вот такая штука. Теперь импорт. Опс. Находим. Так, это у нас пацан. Импорт. Теперь файл. Погнали по возрастающей шмотке. Рубаха. Чуть-чуть поправить надо.
файл импорт. Упс. Так, фуфайка. Файл о импорт опс. Рубаха, сумка. Вот сумка есть. Что тут еще? Фуфайка, штаны. Импорт. Ну вот, в принципе, пацан в сборе. Вот так он выглядит. Теперь нужен этот. Так, единица на нампаде, жетон. Файл импорт. Опс. Как он? О, знак. Чуть-чуть знак бледный, надо его да раскрасить. Так, что еще тут можно сделать? Выбираем теперь тело. Заходим в скульптинг. Выбираем кисточку, вот эта тянучка. И чуть-чуть кое-где кое-что подбираем, если есть артефакты. Вот так вот. Теперь заходим в Object Mode, выбираем вот эту рубаху. Так, где эта фуфайка? Фуфайку пока отключаем. И вот вы видите, что здесь надо заправить ее в штаны. Теперь заходим опять же в Sculpt Mode. Кисточку теперь можно радиус побольше. Так, симметрию тоже поставить по X. Оп. Так, это вот так вот. Радиус теперь поменьше. Так. Ну, в принципе, нормально. Теперь Object Mode. Опять же, пацана выбираем. Sculpt Mode. И вот эти все части. Так, это опять же Ctrl-Z по X тянучкой вглубь как бы прибираем. О. Ну, опять же Object Mode. Фуфайку теперь включаем. Смотрим, где какие косяки. Ну, в принципе, все нормально. Можно еще, конечно, тут немножко сетку поуменьшать. Так, на одежде не надо. Единственное, на волосе. Давайте на волосе уберем. Это значит Decimate. Смотрим, как он выглядит. Ну вот, нормально, низкополигональный стал. Волос прям навороченный не нужен. Так, что еще у нас есть? Так, повязка. Сколько у нас полигонов? Ну, давайте повязку уменьшим. Decimate. Смотрим, как она теперь выглядит. Тут еще можно уменьшать. Вот так вот. Аплим. Смотрим штанишки. Ну, штаны-то они и так. Ну, можно еще не принципиально. Смотрим, что да как, чтобы при анимации они потом не ломались. Так. Чуть-чуть наприбавим. Апли. Так, теперь что еще у нас? Чиндабрек.
Итак, decimate. Ctrl Z многовато. Ну, чиндабрека можно еще прям понижать. Смотрим, что да как. Так, чуть-чуть прибавить надо. Вот так вот. Априм. Что у нас со шмоткой вот этой? Ну, давайте ей тоже понизим полигонаж. Апли. Так, глаза. Ну, в принципе, глаза и так у нас пусть выразительнее будут. Так, что еще? Сумка вот эта. Она тоже полигональная не нужна. Вот так вот. Апли. Что с бровями? Так, все нормально. Сам человек понизен, штаны понизили. Рубаха пусть остается, наверное, с такой сеткой. Она, видите, небольшая. Ну и все. Проверяем. Классно выглядит пацан. Ну, такая штукенция. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике закину его в Миксамо, сделаю, наложу ему анимацию и закину на кухню. Все, всем пока.